Здравствуйте, меня зовут Юлия. У нас сегодня вторая распаковка. Я получила вторую посылочку. Ну, так как мы живем на Донбассе, мне снова привезли хорошие знакомые. И она пришла ко мне не в коробочке, а в пакете. Ну и вот сейчас мы этот пакет разберем. Посылочка пришла ко мне с сайта «Мыло Опт». Ну, здесь довольно-таки немного позиций, но, тем не менее, очень полезные. Итак, вот у меня два плунжера. Плунжер «Сердечки» и плунжер «Звездочки». Ну, честно говоря, опять же, я думала, что это будет немножко побольше, чтобы я могла делать более такие заметные фигурки, скажем так. Ну, и этому мы найдем применение. Тоже можно вырезать фигурку из мыла, сплавить ее куда-то, сделать какое-то украшение. Все пригодится. Опять я заказала себе 100 пакетиков 10 на 20. Будем упаковываться дальше. Для упаковки я заказала в этот раз серебряную ленту шириной 1 сантиметр. Здесь, по-моему, 33 метра. Ну и собираюсь я заняться бомбочками для ванны. И для этого я заказывала вот такое вот ко мне пришло оливковое масло 1 литр. Производитель Германия. Потом, ага, вот оно, лимонная кислота 1 килограмм я заказала. Все, конечно, получается гораздо дешевле, чем у нас. Особенно если брать по 3 грамма в магазине или по 10. И сухое молоко тоже будет идти в бомбочки. Вот, скоро я их попробую и, может быть, даже покажу, что из этого выйдет. И еще тут у меня захотелось мне делать мыло-аквариум, планирую я. Здесь вот у нас такая вот формочка с морскими обитателями. Здесь на одной планшетке по 2 штучки каждого вида. Это морская звезда, крабик, ракушка-веер. Ракушка кругленькая, ракушка длинная и морской конек вот такой вот интересный. То есть есть чем заполнить аквариум в мыле. Ну и в качестве подарка мне прислали вот такой вот магнитик. Готовьте с любовью от сайта Мыло Опт. Ну, посылка, я довольна. Доставка даже это пришла быстрее, чем первая. Буквально за 5 дней они отправили все ко мне. Ну, тут поменьше наименований было, поэтому попроще, видимо, было собирать. Вот. На этом мы с распаковку второй посылочки заканчиваем. Будем ждать следующих и надеяться на скидку.